У меня пятеро детей. Старшую дочку Инобади я родила 18 лет в день рождения нашего президента 5 октября. Через год, в 19, я уже родила вторую дочку, но уже на день рождения ее отца, 2 сентября. Парвина Саидова, 27-летняя модель из Душанбе, родила 3 дочерей и 2 сыновей всего за 7 лет. Последний ребенок у нее появился, когда ей было 24 года. Но, по словам молодой женщины, когда она говорит об этом людям, ей никто не верит. Действительно, несмотря на то, что у нее 5 детей, рожденных практически один за одним, она сохранила идеальную фигуру и красивую внешность. Парвина настаивает, что все это подарок природы, так как за собой она особо не следила, спортом не занималась, только воспитывала детей. Ну, мы в основном с детьми играем, так как у меня 3 дочки в школу ходят, уроки делаем, гуляем по паркам. Муж Парвины умер около 2 лет назад, и чтобы дети не чувствовали этой тяжелой утраты, она проводит с ними все свое свободное время. Сама готовит, провожает детей в школу, следит за учебой, играет с ними, а если нужно, может и наказать, как это бы сделал папа. Но с каждым днем свободного времени у Парвины становится все меньше. По совету подруги, она в прошлом году поступила в школу актерского мастерства и вокала. И уже в первую неделю учебы на нее посыпался целый шквал предложений. Парвина уже снялась в главной роли в художественном фильме и в нескольких клипах у одного из самых популярных эстрадных певцов в стране. Кастинг был, в котором он выбрал 9 профессиональных моделей. И чтобы дополнить список, он чисто случайно взял мою фотографию. И в один день, как бы, он мне позвонил, сказал, что я прошла кастинг. В индустрию моды Парвина попала совершенно случайно. Один из самых востребованных и титулованных модельеров Таджикистана, Хуршет Саторов, в прошлом году добавил ее в список моделей для недели высокой моды в Одессе. То ли случайно, то ли для количества. Организаторы мероприятия выбрали именно ее, а не профессиональных манекенщиц. В ходе самой недели моды в Украине многодетную мать признали самой красивой моделью из 60 участниц со всего мира. К большому счастью, в этом году после участия она получила лучшая модель, тоже и получила приглашение от самого Пьера Кардена туда, куда и я был приглашен среди 50 дизайнеров в прошлом году, когда я занял 1-е место. И теперь Пари Саидова вместе с Хуршет Саторовым едут в Париж, к Пьеру Кардену. В этом году Парвина опять получила титул «Лучшая модель в Одессе», а на конкурсе «Miss World Beauty», который прошел недавно в Астане, она стала победительницей в номинации «Miss International 2016». В этот раз у конкурсанток оценивали не только внешность и параметры, но и их вокальные и хореографические данные, умение носить национальный костюм. Парвина воспринимает все свои титулы и достижения как аванс на будущее. Теперь она занялась модельной карьерой всерьез, ведь такие стартовые возможности есть далеко не у всех. По ее словам, чтобы идти дальше, нужно хорошенько поработать над собой. Но о семье и детях она забывать не собирается, ведь делает все в первую очередь именно для того, чтобы обеспечить их будущее. Анушервон Арипов, Насим Исамов, «Настоящее время», Таджикистан.